Сегодня мы проводим 5-й турнир «Гладиаторы в клетке». Вот первый в этом году, 2017-м. Я думаю, что этим турниром мы откроем уже серию, опять же, стабильную. Возвращаемся к нашей стабильности. Сегодняшний турнир насчитал 180 участников, начиная от детей 6 лет. И кульминация сегодняшнего турнира станет вечерняя программа, в которой мы проведем наиболее интересные финалы самых многочисленных весовых категорий и 5 профессиональных поединков, которые пойдут в рейтинг всемирной организации «Шердох». И таким образом ребята уже как бы зарабатывают себе международное имя и пробивают в дорогу более серьезные промоушены. Есть ребята, которые действительно и хотят, и достойны выступать на мировой уровне, на мировом арене. То есть на сегодняшний день им нужен какой-то толчок, нужен какой-то старт. То есть мы своим турниром пытаемся им этот старт как бы дать. Мы сегодня с вами стали свидетелями открытого кубка города Харькова, который проводится по правилам казацкого двубоя «Гладиаторы в клетке». И данный турнир является отборочным турниром на открытый кубок области и на кубок Украины по казацкому двубою, который будет проходить в городе Сумы. Очень приятно, что всю организацию взяли на себя наши друзья. Это Артур Малявин, Вадим Дубнюк. Мы видим очень большое количество молодежи, которая выступает. Они выступают действительно по бескомпромиссным поединкам. Мы видим проявление характера, проявление всех своих физических качеств. Они демонстрируют великолепную технику, как ударную, так и борцовскую. И самое приятное для меня, что это действительно наше будущее. Это наше будущее, наша молодежь, наша сила нации. Они сегодня делают сильнее себя. И я уверен, что завтра, если будет как можно больше таких бойцов, наша Украина будет сильной и непобедимой державой. Я принял участие в этом турнире. Я очень долго к этому готовился. Спасибо сопернику, тренеру. Занимаюсь я в клубе «Центурион» полгода. Тренер у меня Владимир Катыкин. Мне очень повезло, что я занимаюсь под его руководством. Я благодарен ему. В будущем, надеюсь, достигнуть таких же высот, как и он в спорте. Очень рад, что пришел на этот турнир, пришел в роли тренера, привел своих ребят, показали результат хороший, много соперников, количество бойцов шикарное. Хочется отметить, что, наверное, все-таки, на мой взгляд, легче находиться внутри клетки, чем за клеткой, так как волнуешься еще больше за своих учеников. Я уже не раз заходил в клетку, поэтому знаю. А как тренер только начинаю и большой мандраж испытываю, когда мои ребята дерутся. На будущее желаю ребятам только побед, оставаться целенькими, невредимыми, без травм. Ну, всем здоровья, всего доброго, всего хорошего.